Эту женщину, эту певицу, я знаю, ну, не хотел сказать 100, не 60, но лет 30 точно. Я маленькую Кристиночку возила в Юрмалу для того, чтобы увидеть ее и услышать. И говорила Кристе: «Кристе, пожалуйста, посмотри, какой надо быть». Они даже чем-то похожи. Не сговаривались. Не сговариваясь. Да, просто я уже в юбочке посолиднее. Но мне кажется, она многому научилась тогда. Аллочка, и во всяком случае, я точно знаю, что Кристина танцует и поет. Это очень сложно, поверьте мне. Молодец, браво. Лайма Вайкуле. Закрылый, мое окно не бьется. Мой голубь все закрылый, он будто бы смеется. Мой голубь все закрылый, он ласково воркует. Мой голубь все закрылый, он не меня целует. Мой голубь сизокрылый забыл про день вчерашний. Мой голубь сизокрылый обыл почти домашний. Мой голубь сизокрылый свидетелей не знает. Мой голубь сизокрылый, он гнезда разоряет. Мой голубь сизокрылый клюет чужое просо. Мой голубь сизокрылый все делает не кстати. Мой голубь сизокрылый не знает о расплате. Однажды возвратиться, и я отвечу: милый, я не твоя жар-птица. Капелла Экспресс. И я поздравляю Малу с днем рождения. Спасибо.